Так, ребята, сегодня потестим КАМАЗ-43-101, который я делаю для себя, для обзоров на карте штука 1. Кататься буду один. Так. Начать. Заодно потестирую лицензионный Mirial Action записи. Писать буду в формате AVI 1080p. Так, ладно. Собираем. Так, запасочка. Есть защита. Есть. Так. Север. Есть проблема тут с антенной, все боюсь. Спальник. Есть. Защита есть. Конечно же, наши дорогие экспедиторы. Где это есть? Колян и Вован. Так, задние фары. Есть. Так. Мы поедем. Ты у нас что делаешь? Два очка гаража, борт-ремонт. Что-то еще должно быть-то. Ага, о. Да не стойпер еще не сделано, видно. А вот рама. Рама. Есть. Такая с грузовичками. И рама. Контейнер, возит дрова. О, как спальник идет убирать. Мешает еще, пока не настроено все. Спальник. До свидания. Ну-ка, выход. Выход, зараза, упирается на контейнер, что тоже не покатит. Ну и... А, запаска, интересно, покатит? Да, и запаска не покатит. Пиц. Запаска получается в этом. Ладно, покатят маячки тогда. Вот такая штукенция. Вася там у нас уснул. Подъем. Так, посмотреть сразу карту. Карту. Так, пилоряма. Сюда. Гараж еще один. Лесоповал. Едем на лесоповал. Через. Просто едем, короче. Поехали. Ага, горючки-то мало. Горючки мало. Значит, мы поедем сейчас за горючкой. Пум-пум-пум-пум. Видео я потом буду конвертить. Сейчас пишу, получается, в HD, а конвертить буду там есть на YouTube. Конвертит в 4К. Посмотрим, что получится. Где-то заправки, я туда поехал, не пойму. По-моему, я поехал на YouTube, да. Ну да. Повторяю, чтобы потом сообразить самому, когда буду смотреть.
что тут столько форматов поназаписывал. Писать в этот момент. Карта это штука один, это конец 124 сделал. На данный момент сейчас тут, по-моему, только 6 этих штук есть. Подряд там каждая круче предыдущей. Обычно мне все нравятся штуки. От первой до этой шестой, там седьмая уж когда будет, неизвестно. Вот. Кстати, ссылочку, ребята, под эту карту я закину под видео. У кого появится желание ее скачать, там будет две ссылочки. И по первой не сможете накачать, и по второй. Ссылки все рабочие. Карты обалденные. Эта штука у нас один. Я думаю, что мы еще на ней не раз тут с народом покатаемся. Карта небольшая, но хорошая. Есть где поковыряться, скажем так, повозиться. Есть где повозиться и повозить. Данные отданы, это у меня, как и данный КамАЗ, это Дмитрий Романенко. Сел я на КамАЗы. Ага, вон она, пилорама. Можно было бы, конечно, тут через воду махануть. Сейчас мы тут, наверное, и маханем. Я тоже один раз маханул, утопил 157-го. Ребята меня долго потом вытаскивали, хорошо. Модем затупил и выкинул. Так, поехали. Все. Морду себе настроил, теперь не тонет так уж сильно. Опа. Главное, чтобы вот сейчас тут не положить, как в тот раз я 157-ю уложил. Да елки-палки, это в натуре елки. Давай ломайся. Но не сломал. Так, заодно тут открываем вот точечку. И поедем по бережочку. Что ты будешь делать? Ох, тут глубоко, очень дальше-то можно кожнуться. Мы поехали на лесоповал. На лесоповал.
сюда, естественно, грузится дрова. Видите, паром можно их также и скинуть. Вон они, чик. Поехали. Может, сразу пониже его убить, чтоб он не гряз тут с пробуксовки. Ну вот, сейчас упоримся, будем на столб. Вон садится машинка. Сейчас мы тут шпарим на повышенный. Опа. Вообще красота. Сейчас еще перевернем его. Почти доехал, почти проскочил. Вот и долетели. Интересно, по берегу можно шваркнуть? Ну-ка. Эх. Тут-то было. Не тут-то было. Ну, понижайте, ты не бодричком-то не проскочишь. Вот вам и маленькая штука. Назад. А по воде интересно, если тут махануть поглубже мне. Так-то можно было по бережочку там не объезжать. Сейчас проверим. Сейчас найдем, где срезать. О! Банда. Маньяков сидит там, спят парни. Ну-ка, сейчас мы тут с разгончика, да. Опа, полетели. Ага, вот тебе и фигушки. Не прокатило. Это, ребята, тут невозможно проехать. Везде грязища жесткая. Ладно, полетели тут тогда. Прокатило.
Давайте куда-нибудь облезь. Пошел. А все, пипец, не пипец еще. Вообще, блин, хочу скрин хороший сделать. Никак не получается. О, куда это заехал? Ого. Ого. Так, лесоповал там остался. Сейчас мы сходу сейчас тут маханем. Проблем, тут можно срезать и срезать. Пиндараш мы прилетели. Еще где-то дорога есть. Давайте еще тут конец прокатимся. Да, на том болото. Что-то тут еще должно быть. Что-то должно быть. Что-то. Так, это налево. Дорога на заправку. Тут грязище какое-то. Камазик. Не пойдем. Тут где-то вода. Куда едем, непонятно. Вот, когда мы сюда же едем, ё-моё. Понятно. То есть можно было... Где-то тут еще гараж должен быть тогда. Поехали, еще гараж найдем. Второй. Второй гараж. Да елки-палки. Это ж тут можно было перемахнуть. Ох. Так, тут что у нас? Вода. Где вода? Подпирли сюда. И тут я, походу, встрял. Ага. Окей, здрасте. С виду вода. Охренеть, тут грязь какая. Ладно, будем ползти. Да не походу, это вообще жесть. Ну-ка нафиг. Назад.
байкеры попросыпались у нас. Копал-то, ёлы-палы. Сейчас мы ходим через лесоповал. Ух, чуть сосну не поймал. Просто карта маленькая, да маленькая. Давай, давай, давай. Ух ты, ё, нифига себе тут. А вон гараж уже. Грязь тут жесткая. Давай, 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 паря. Оу. Ведь точка он справа есть. Чуть точка справа. Мы дело к ночи, и мы полетели в гараж. Отличненько. Короче, вот, ребята, карта штука, сейчас я еще включу ее, вот, пожалуйста, посмотрите, можете, такой вариант карточки, а вот подальше, два гаражика, один лесоповал и, по-моему, две или три пилорамы, сколько, две? Две пилорамы, два гаража, лесоповал, одна заправка. Так что вот, ребята, качайте карту, катайтесь, карта прикольная, они катались супер-пупер просто. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь в группу. Всем удачки, пока. Все ссылочки под видео смотрите. Ссылка на карту, так, на карту штука 1. Став один тоже будет под видео на канале. Всем удачки, пока. Вот и заодно проверили, как пишут новый экшен. Все, всем спасибо.